Всем привет! Прямо сейчас в БС проходит очень классная акция на новый скин на Мортиса, ну а также много других интересных вещей. И на все это надо очень много гемов. Где же их взять? Конечно же на Playrock. Все потому, что здесь покупать гемы очень выгодно. Посмотрите сами, здесь цены дешевле, чем в Бравле. Можете даже сравнить. То есть вы сэкономите здесь большие деньги. Оплачивайте товар с карты или киви, и все, буквально через 5 минут гемы будут у вас на аккаунте. Это очень быстро, выгодно и безопасно. Ссылка на Playrock, конечно же, будет в описании. Ну а сегодня, исходя из голосования подписчиков, я решил сделать вторую часть битвы шахтеров. Это очень олдовый режим, который я придумал, наверное, года два еще назад. Вот такая карта у нас будет, и мы, как шахтеры, должны ее расчищать и убивать другие команды. Кстати, прикольный ник. Опельсин. Опельсин. Угу. Из клуба «Россия-1». Хорошо. Опасные соперники у меня сегодня. Давайте у нас всего будет где-то раундов 6, а потом посмотрим, кто будет побеждать, и выберем одного победителя. Ну что ж, все, начинаем. Так, я взял Була. Мой тиммейт на Гасе. Ну такой себе выбор, если честно. Неудобно будет ульту набивать. Так, самое главное мне его случайно не убить, а то останусь здесь один. А что мне здесь делать одному? Так, идем дальше. Хорошо, так, аккуратно. Мой тиммейт, к сожалению, не того персонажа взял, вообще не того. Так, давайте как-нибудь вот так. Ой, хорошо, хорошо. О, нет, отходим, блин, там кольт. Это вообще жестко. Кольт плюс Булл, это вообще топовая тима. Блин, мой тиммейт умирает, что такое? На кого он меня оставил? Блин, кольт, да ну нет. Черт, теперь меня зажимает команда. Так, там кто-то сзади подходит. Хорошо, хорошо, давайте. Нормально. Так, отбиваемся, отбиваемся. Блин, кольт плюс Булл, что это такое? Это очень жесткая комбо. Что мне делать против них? Не, можно, конечно, залететь, но, блин, это опасно. Сейчас будут меня зажимать. А, нет, хорошо, Булл отошел. Так, так, давай, давай, давай. Хорошо, все, 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 все. Так, Крафтер Дэна тоже надо добить. Так, хорошо. Так, все, остался Динамайк. Апельсин, давай, давай, иди сюда. Ой, нет, 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 нет. Я чуть не отлетел. Вот это да. Слушайте, но я же убью Динамайка. Тем более Опельсина. Так, ну просто аккуратно. Не рискуем. Да, конечно, это такая тактика. Не очень честная, но... Ну все, он мне ничего не сделает. Все, пока. Ему конец. Хорошо, первое место в соло без тиммейта. Что такое? Я снова здесь. Я уж думал, я во временную петлю попал, но нет. Тиммейт, к счастью, другой. А то я бы испугался. Так, проходим, проходим. Блин, Бонни, что это за персонаж? Опять? Опять же, он же не сможет расчищать никак карту. Так, ладно. Так, давайте сюда, залутаем банки. Хорошо. И вторую давай бери, бери, бери. Так, нормально, все. Давайте опять же расчищаем местность, потому что... Не-не-не-не-не, надо как-то по-умному сделать, смотрите. А вот так вот, по-умному будем делать. Да, жаль, конечно, что мой тиммейт не особо мне помогает, но он хотя бы танкует. Так, давайте теперь сделаем вот так вот. Все, у меня есть местность, я могу стрелять, хорошо. Так, нормально, нормально. Так, там вот тима кольт плюс Лу. Так-так-так, ульта. Ай, что? Подождите, а как так? Я почему-то до последнего думал, что у меня фулл хп. Оказывается, нет. Я так понимаю, мой тиммейт по мне стрельнул. Но зачем? Зачем, если я там атакую? Ну, блин, да, конечно. Никакого тимплея не получилось. Так, вот он залетает. Ой, зачем... Он убьет? Да ладно! Молодец, молодец, второе место. Ну да, тут Крафтер Дэна тяжело убить. Все, второе место. Не, молодец тиммейт на самом деле. Ну что ж, теперь у нас будет командный батл. Мы на Шелли против Эль Прима. Сейчас будет жестко.
Если что, мы потом поменяемся. Так. Ну, понятно, конечно, что Шелли посильнее, да? Я думаю, что мы должны затащить сейчас. Самое главное, это аккуратно набивать ульту и никого случайно не загасить. Так, хорошо, проходим, проходим, давайте. Там уже банки. Так, давай, разбивай, комарик. Давай. Что? Что? Что это было? Он что, ультанул в меня? Это, знаете, просто свой среди чужих, когда доверяешь кому-то, он разворачивается и так с дробовика тебе в голову, бах. Слушайте, я, наверное, его тоже убью, но чтобы он понял свою ошибку, давайте тоже. Все, все, надеюсь, что он понял, что так делать нельзя. Так, ну что, 4 vs 5, погнали, let's go. Будем пытаться затащить. Так, хорошо. Раньше я вообще за такие косяки даже мог исключить из комнаты, когда я снимал со своей командой. Так, ну что, давайте аккуратно забираем банки. Так. Ой-ой, там Эль Прима. Их, если что, пятеро, поэтому нужно аккуратно действовать. Так, сливать нельзя. Так, ну что? Мне бульту. Ой-ой, уже залетает Эль Прима. Так, убиваем, убиваем его. Я попал, так, надо добить. Ай, нет. Жестко, жестко, жестко. Так, аккуратно, аккуратно давайте. Так, убиваем его. Хорошо. И этого. Все, все. Это победа, замечательно. Мы с Крафтерденом выжили. Ну, если честно, это было легко, потому что Шелли очень сильная. Ну, теперь будет жестко. Да, теперь, конечно, нам придется попотеть. Так, давайте опять же... Расчищаем, расчищаем. Давайте в темпе, в темпе. Мы должны к банкам прийти первые. Блин, что просто происходит? Комарик вообще куда-то ультанул туда. Он что, после этого фейла решил нам не мешать? Кстати, придумал тактику, а давайте через низ идти. То есть обойдем их снизу. Сверху уже неудобно стрелять. Ну куда, блин, апельсин, ну что это, ё-моё. Вся наша тактика рушится. Давайте через низ заходить. Ну шансы есть, мы можем вытащить в принципе. Так, самое главное это тимплей. Так, давайте через низ идти. И здесь оставляем стенку, чтобы нам как-то прятаться, да? А то на открытой местности это вообще жесть будет. Так. Блин! О нет, они пробили стенку! Кто там такой умный? Черт. Так. О, хорошо, хорошо. Еще есть стенка, еще укрытие. Так, убиваем, убиваем эту Шелли! Ой-ой-ой-ой-ой! Отступаем, отступаем! Черт! Ульта нужна! Ульта, ульта, ульта! Отходим, отходим! Блин, мне нужна ульта! Я надеюсь, они не обидятся, если я чуть-чуть продамажу. Так, блин, ну давайте залетим на эту Шелли. Я передумал, а что такое, почему нас поджимают? Уходим, уходим. Ё-моё, что это такое? Когда что-то пошло не так? Ай, блин, нет. Ну все, это конец. Да, мы сливаем. Решил более балансные команды сделать, кольты против броков. Посмотрим, кто затащит. Так, комарик, хорошо, давайте идем здесь. Пока что непонятно, кто из нас самый лучший игрок. Может быть, Крафтерден, может еще кто-то. Так, давай, Крафтерден, расчищаем это. Расчищаем. Так, все. Забираем банки, давайте. Кстати, броки нам кого-то убили. Это нам только на пользу. Так, нормально, плюс банка. И вторую давайте кто-то другой возьмет. Ну, чтобы все было честно, да, надо делиться со своей командой. Так, набиваем ульту. Так, давайте теперь вот сюда вот. Все, 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 мы встретились. Так, мы встретились. Хорошо. Ой, нет, нет, ульта, жесть. Сколько урона от ульты, почему она бесконечная? Что за бесконечная ульта? Так, у меня тоже есть ульта. Так, давайте. Хорошо. Убил, 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 замечательно. Блин, кто там умирает? О нет, уходим, уходим, Крафтерден, только живи. Живи, Крафтерден. Да ё-моё, опять ульта, да что такое? Нет, Крафтерден! Да что такое за фигня? Ну, блин! А, всё, броки очень мощные. Ну что ж, как говорится, не всегда же побеждать, да? Но зато мы сейчас на броках, и это должна быть 100% победа. Так, сейчас мне еще надо сделать как можно больше киллов.
Потому что еще есть Crafter Dan, который тоже хорошо себя показывает. Так. Что такое? Меня кто-то убил опять. Ну я просто не могу. Ну зачем одновременно стрелять в человека? Просто надо отойти и вместе с кем-то в паре набивать ульту. Почему это так сложно понять? Вот. Да блин, куда ты стреляешь? Я просто не могу. Мне уже все равно, кто победит здесь. Я все, типа, я уже... Ну за что? За что мне такие люди попадаются? Ну есть же нормальные подписчики, да, которые не косячат, которые понимают, что делать. Опять. Ну это все. Если за каждую переигровку нам бы вычитали 1 балл, то у меня бы уже набралось минус 10 баллов. Так. Ну отбиваемся, отбиваемся. В принципе, можем. Комарчик, отойди, пожалуйста. Все, спасибо. Так. Стреляем, стреляем. Хорошо, продамажил Вуди. Так, ульта! Ой, какая четкая ульта-то залетела. Так, нормально, живем, живем. Хорошо. Так, 2 на 2 остались. Так, так, держимся, держимся. Отбиваемся. Ой, блин, я случайно игру свернул. Черт, черт, заходим. Ай, что это было? У меня случайно свернулся БС. Ладно, бывает. Ну, потому что я уже как-то это... Стал хуже играть после прошлой катки. Ой-ой-ой. Так, все, добил, добил. Остался один Вуди. Ну все, это победа. Это победа должна быть. Так, все, зажимаем его. Аккуратно зажимаем. Крафтер Дэн, не надо, не лезь, не рискуй. Куда, куда ты идешь? Я не могу просто, зачем, зачем идти? Это все. У него 4 банки, я не знаю, что делать. Так, надо вплотную подойти. Давай. Нет. Да. Вы бы знали, как у меня просто бомбит. Просто я на ютубе не могу сказать того, что думаю на самом деле. Иначе мне придет страйк. Ну что ж, ладно, сегодня какой-то проклятый день получился. Надеюсь, что вам сегодня везло больше, чем мне. На этом все. Всем удачи и пока.